Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик», и сегодня мы с вами будем готовить новогодний салатик. Салат вообще необычный, он у нас будет в виде морковки, чтобы задобрить кролика на Новый год. Но прежде чем посмотреть рецепт, обязательно подпишитесь на мой канал и поставьте лайк этому видео. Нам понадобится готовая морковь, испеченная или вареная, вареные яйца, курица или индейка, у меня здесь отварные куриные бедра, майонез, листы нори для суши, грецкие орехи и твердый сыр, и еще консервированные ананасы. Сначала мы с вами чистим яйца и мелко их нарезаем. Мы нарезали яйца. Кстати, если хотите и любите, можно их натереть на терке, но мне кажется, что быстрее порезать. Теперь мы берем куриное филе. У меня здесь филе бедра, я его просто кинула в кипящую воду, в подсоленную, и отварила примерно 30 минут до мягкости. И теперь мы с вами курицу тоже нарезаем на мелкие кусочки. Кстати, я вчера видела такой интересный ролик в интернете, там показывали поезд, который следует в Карелии, вот это такой старый поезд, у него очень красивые такие царские имперские интерьеры, и там говорили о том, что именно зимой там особенная новогодняя атмосфера, и этот поезд едет около 40 минут, можно от Питера доехать на ласточке до Карелии, и там пересесть на этот поезд. Это очень классно, и теперь я мечтаю там побывать. Если вы были, напишите в комментариях. Теперь нам с вами нужно нарезать ананасы. Ананасы у меня уже порезаны на кусочки, но кусочки здесь слишком крупные, поэтому я их еще порежу. Мы берем мисочку, дуршлаг, открываем ананасы и сливаем их сюда, чтобы нам убрать лишнюю жидкость. Теперь мы с вами натираем на терке обычный твердый сыр. И раз уж мы с вами достали терку, мы сразу натрем на ней морковь. Морковь нужно натирать на мелкой терке, если сыр можно, или на крупной, на мелкой, как вам больше нравится, то морковь нужно именно на мелкой, это очень важно, потому что ей мы будем салат украшать. Я морковь никогда не варю, я всегда овощи для салатов только запекаю в духовке. Смотрите, мы... Но если мне нужно очень быстро приготовить, могу воспользоваться микроволновкой. Но если хочется вкусно, только духовка. Я сложила морковь, помытую вот в эту форму для запекания, накрыла фольгой и убрала в духовку. Овощи запекались вот эти вот все у меня примерно 1:20 при температуре 190 градусов. Теперь нам с вами нужно измельчить орешки. Мы их пересыпаем в мисочку и с помощью вот такой вот мялки для картофеля слегка их измельчаем. Их не нужно измельчать в крошку, нужно просто, чтобы они были слегка раздроблены. Получится примерно вот такая вот консистенция. И теперь собираем салат. Просто соединяем в миске все наши ингредиенты и заправляем майонезом. Я сказала все ингредиенты, но на самом деле морковь мы в салат не кладем, мы ее оставляем для декора. Теперь мы с вами берем большое плоское блюдо и выкладываем на него салат в форме морковки.
Мы придали салату форму морковки. Я, кстати, сюда выложила только половину салата. Остальная половина у меня осталась в миске. Поэтому, если у вас компания большая, можете просто взять блюдо побольше или сделать просто два таких блюда, две таких морковки. И теперь мы берем нашу натертую морковь и украшаем наш салат по всей площади. Смотрите, какая у нас уже получилась классная морковка. И теперь нам нужно придать ей естественный вид. Обычно у нас морковка с такими вот поперечными полосками. Для этого мы с вами купили капусту нори. Мы ее берем и просто ножницами нарезаем на какие-то хаотичные полоски и раскладываем на морковку. Наша морковка уже выглядит гораздо лучше, и ей остался главный нюанс – ботва. Мы с вами берем любую зелень, которая есть в холодильнике. Можно взять укроп, можно взять петрушку. У меня в холодильнике завалялся тимьян, свежие вот такие вот веточки, и мы просто украшаем нашу морковку, втыкаем веточки так, чтобы это выглядело естественно. У нас получилась вот такая вот морковка. Есть эту зелень не нужно, она кладет сюда исключительно для украшения. И, кстати, тимьян очень вкусно пахнет, поэтому если вы будете тоже использовать тимьян, у вас еще на столе будет очень классный новогодний аромат. Попробуем, что у нас получилось. Вкуснятина. Этот салат очень сытный, потому что здесь есть куриное филе. Он сладкий из-за того, что в нем есть ананас и вареная морковка. Мне кажется, что он вам точно понравится. Ну и кролику тоже. Обязательно приготовьте такой салат на новогодний стол, потому что он украсит любое торжество, и все будут в восторге. Подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях ваши отзывы. Всех с наступающим!